Всем привет, дорогие друзья, с вами Залил, и мы с вами продолжаем играть в Снайпер Ghost Warrior 3. Итак, остановились мы на том, что наш брат, твою ж мать, теперь наш враг, к сожалению, вот, пока не знаем, что делать. У нас, кстати, тут всякие различные спецагенты есть, даже, смотрите, бабушку надо кокнуть, но пока что-то мы только одного убили. Вот так вот получается. Так, ну что же, смотрим следующее задание. С вами. Итак, мышеловка. Воспользуйтесь подсказками Ракери, разрешите Косовича в районе плотины. Хорошо. Так, 112 метров написано, типа до машины дойдите. Так, ну мы, естественно, по крысиному сделаем. Быстро переместимся. Че уж там. Будем долго-то, да? Так, аккуратненько. Я, если что, ребята, видите, поменял оружие опять на стандартный, потому что вообще было нереально мне так играть. Простите уж. Доберитесь до туннеля. И, блин, да ладно, вы серьезно? Опять на зимнюю карту. Блин, почему они так хотят? Почему нельзя просто быстро переместиться на зимнюю и все? Почему мы должны именно наслаждаться, как бы сказать, типа нелинейностью сюжета, назовем это так. То, что мы можем в любой момент хоть туда, хоть сюда поехать. Но все равно как бы указывают нам на туда. Нет, конечно, это есть, я понимаю, и вот на Far Cry это капец как похоже, машины, но вот, ну нету тут такого, я вам скажу. То есть вот, вот именно какой-то вот частички нету. Far Cry реально можно было спокойно даже без быстрого перемещения просто ездить туда-сюда. Там, по-моему, быстрого перемещения-то такового не было. Ну, только вышки вот эти. Но я в основном тоже брал транспорт. А здесь вот прям, знаете, не хочется даже ездить. Ну, как вы понимаете, это снайпер-симулятор. Хочется побродить по лесу, по этой вот красивой природе. Ой. И при том у нас одна тачка. Кстати. Действие 3. Враг моего друга. Ой, враг моего врага. Но новое достижение. Нет более жестокой войны, чем та, что ведется между братьями. Не люблю это повторять, но... Любишь, давай за работу, у меня нет настроения. Мы знаем, что Василиск испугнул американец, который что вынюхивал в каменоломне. То есть ты, Джон. Притом он так... Передрейфил, что перевез Фостова в более безопасное место. Цитирую, отвезите его в старую... Фостов, вы драгоценный ученый, который надеется сбежать. Я все думала. Теперь я практически уверен. Так, Чё, серьезно, мы опять должны... Цель добраться, место, куда вы должны добраться. То есть я могу спокойненько переместиться? А, невозможно. Ну ладно, кто это Косович? Михаил Косович, политик, гнилой до мозга костей, думаю, Фостов встал в старой лаборатории, которую он раньше пользовался, где работали пленные инженеры. То есть наша задача найти Косовича? Я знаю, где он. Надеюсь, Роберта еще можно спасти. Наше дело попробовать конец связи. Да, что-то я, конечно, на самом деле сомневаюсь. Так. Ну-ка, пройдет! Наша Нева. Черт, да не вообще по! Как мы едем? Вообще, все равно. Так, это, я так понимаю, новая, да? Да, новая карта, ребят. Сейчас, секунду, я вернусь. Да, действие 3, по-моему, действие 3 это последнее. Будет. Что-то у меня... Блин. Дребезжит. Что-то с колесиком, блин. Что-то мне вечно колеса ломаются. Ну-ка. Да не, вроде все нормально. На первый вид.
Так, ладно, забираемся. Хоть тут забраться-то будет сложно, походу. Блин, какое интересное место. Что реально хрен заберешься. Ого, вот это дыра. Бункер прям целый. Так, и тут уже, блин, все меньше и меньше убежища, черт. Прям не нравится мне это. Давайте, наверное, ноутбук. Так, незваный гость. Итак, мэр Квасович организует встречу с членами издательства. Берем. Незваный гость. Так, что у нас по патронам, ребята, надо посмотреть. Трапш, он как раз в списке подозреваемых. Собрать следить охрана. And let the team deal with him there. Good hunting. Out. Удачной охоты. Так, понятненько, понятненько, ребята. Фу, ну ладно, погнали. Да, можем вот так вот спуститься, чего ж. Чё, мы не видели, блин, этих? Ой, уж накатались. Да, Нева, слушайте, вообще Нева просто суперская. Короче, я уже самое лучшее здесь подготовил. Что мне нравится, это винторез, самый первый пистолет и Нева. Вот мне интересно, спасем мы брата или не спасем? Сможем ли спасти? Ух ты! Все, ладно, приехали. Твою ж мать, ну... нормально. Цела и невредима. Что ей будет? Так. Смотрим, что у нас тут. Так, думаю, ребята, в принципе, стоит дрон опустить. Чтобы хотя бы он что-нибудь там обнаружил. Может, реально что-нибудь обнаружит. Так, найден новый след. Опа, опа, опа. Ага. Это наши солдатики. Так, снайпер какой-то. Смотрите, куда он смотрит. Блин, такое чувство, что нам придется куда-то туда идти. Ладно, все, понял. Вперед. Зачистить территорию, добраться до холма. Да, это не самое... Я поднимаюсь на холм, подожду цель там. Хорошо, будь осторожен. Да, снайпер позишн, это я знаю. Блин, какая же мне... Как же мне нравится, блин, винторез. Просто вот знаете... Так, что получится? Что там мы имеем? Так, я их плохо вижу, ребята. Хотя, блин, по идее... Могу двоих кокнуть. При желании. Да, могу же. По идее могу. Офигеть. Так. Сука! Да. К сожалению, все-таки не получилось то, что я хотел. Он снайпера предупредит еще, как засранец. Я снайпер пока не высы... Не-то... Не выглядывает. Да, ну короче, ладно, будем подходить. Больше, ребят, не повторится такой херни.
Так, чё снайпер-то, как там поживает? Смотрит, не смотрит кого-нибудь? Начинай говорить. Ресурсы вот здесь. Так, хорошо. Стронгский 98. Блин, наверное, я зря все-таки сменил. Вот. I'm on site. Over. Confirmed. Wait for my signal. Так, слава богу, брезентеля тут. Моя любимица. Так, и теперь мы с вами, естественно, занимать сейчас будем позицию. Пока на самом деле не стоит. Я хотел еще кое-чем позаниматься. Следы посмотреть, по крайней мере. Вот, быстро, видите, спешу. Непонятно зачем. То есть, видите, мы мало что тут осмотрели. Бычки, например, пропустили. Просто великолепно. Причем вон сколько их туча. Так, смотрите, прям вот там показывают. Так, секунду. Где-то вот следы. Так, армейские ботинки, один боец, патрулирование. Следы изучены. Обнаружен след. Ну-ка. И вот эти следы. Смотрите. Мне просто интересно, к чему эти следы приведут. Так, армейские ботинки, один боец. Патрулирование. Ну, короче, они везде тут заканчиваются. Но я хочу, конечно, это сделать, чтобы все нормально пройти. В идее, блин, это надо было делать до... Типа вживаться в роль игры. Так, по следам. Так, сколько бойцов здесь? О, три бойца. Как интересно. Потом только раз. Следы пересекаются каким-то неведанным образом. Ну, в общем, непонятно, чем мы занимаемся. Я надеюсь, вы уже, ребята, отмотали видео чуть подальше. Потому что реально, чем я занимаюсь? Так. Все, начинаем смотреть. Так, что мы имеем? Так, враг отмечен. Снайпер! Вижу снайпер. Так, нашел. Где-то снайпер. Снайперы. Да, ребята, тут так-то неплохо они вооружились. Все, хватит. Так, не убивать мэра Класовича. Ага. Первый пошел. Снайпер убит. Клевая у нас винтовка. Так, второй тоже убит. Так, и теперь нам надо как-то... Ну, в принципе, легко все. Так, вот раз. Мэр такой, ёб твою мать. Немного ёб твою мать. Так, охотник за головами. Ну, это вот так. Тоже возьмем, чтобы... Да, мэру это не понравилось. Типа, какого хрена? Какого хрена? Это специально, чтобы, знаете, запугать мэра. Чтоб мэр знал. Черт, что... Мы не шутим. Все. Ой-ой-ой, у меня прям... Прям куча. Прям в шейку. Цепочка убийств. Все.
по идее, вот так мы и делаем. Так, не убивать мэра Класовича. Готово, покинуть территорию есть. А, сейчас, точнее, будет. Блин, клевые миссии вообще. Так, все, покидаем. Надеюсь, я правильно сделал, не убивать мэра-то Класовича. Так, вроде да. Джон, выйди со мной со связи перед тем. Зачем? Я присмотрю за мэром Класовичем и отправлю за ним в деревню, когда я выясню его точное местоположение. Не вижу смысла тратить время. Спасибо, Ракель. Так, все, идем дальше. А, опа. Конец связи. Здравствуйте, господин Норт, это Григоу Месхи, помощник Кобы. Неудобно вас беспокоить, но сопротивление снова нужна ваша помощь. Я связался с госпожой Джорджарзе, и она хочет, чтобы перед началом операции я встретился с вами лично. Хорошо, мой друг. Сейчас мы с тобой встретимся. Давайте выполним дополнительную миссию. Правда, я знаю, конечно, они... такие... Ну, как сказать, не очень. И не знаю вообще, что им дают или не дают. Так, патрон у нас такое чувство, что прям бесконечный. Я уж, знаете, противопехотный вообще не беру. Давайте хоть чуть-чуть купим. На верстачке можно было тоже их сделать, наверное, просто тучу. Просто тучу. Противопехотные берем. У них вроде как урон побольше. Так, навыки. Кстати, насчет навыков надо посмотреть. Достигнут задержку дыхания на 50% дольше берем. Так, и тут уже 8 очков надо. Воин 2 очка, но у меня такого нету. Так, верстак, арсенал, АК. Блин, все идеально. Все просто, вот знаете, идеально. Мне все нравится. Так, что ж я закрыл-то? Надо было сразу к ноутбуку перейти, да и все. Так, господин мэр, добраться до аванпоста. Берем. Крыса в ловушке, Джон, попался, возьми его. Только не слишком жестко. Да-да-да, конечно, не слишком жестко мы его возьмем. Он нужен нам живым и в добром здравии. Я уж смогу с ним разговориться. Схватить Класовича, допросить его, добраться до убежища Хвостовой, сообщество 23. Все понял. Конец связи. Ой, чую, ребята, все-таки сообщество 23 уже все знает наперед. Где мы, когда мы. Что мы тут уже, блин, не знаю, там посрали здесь, понюхали кое-что. Так что, не знаю, есть ли вообще смысл. Так, быстрое перемещение. Специализация воин. Так, и тут стоит нам притормозить. Все. Так, что-то там какая-то табличка такая нехорошая была, как будто мины. Да ладно, что, серьезно, мины? Что это значит? Осторожно, минное поле. Блин, да вы серьезно, что ли? Смотрите-ка. Да, они еще, правда, серьезно. Не хотят, что-то они... шутить. Да, уже одного вижу. Деревня Хатави. Блин, вы сраные Хатави. Какого хрена вы тут мины, блин, понаделали? Хатавийцы. Найдем новый след. Сейчас посмотрим, что за следы там такие интересненькие. Так, по звукам такое чувство, что собачки даже тут есть. Ой-ой-ой-ой. Так, армейские ботинки, один боец, патрулирование. Он такой, ёб твою мать, ты кто? Ты кто? Ты чё землю, блин, рассматриваешь? Чем вообще занят? А вот и Собачкин. Правда, собачки есть.
Ладно, собачек не будем трогать, я не хочу их как бы убивать. Бесит меня на самом деле насилие над животными. Как я уже говорил вам. Так, патрулирование знаю, то есть... Двое, смотрите, двое патрулируют постоянную эту местность. Надо быть осторожным. Значит, как делаем? Так, дяденька, пойдем со мной. Можно, в принципе, его на минное поле там сбросить, да, но... Не будем такой фигней страдать. Хотя, может, ржачно бы получилось. А, ну, да, тут мусорный бак также есть. Типа. Так, найти мэра, не дать поднять тревогу. Хорошо. Погнали, мотылек. Так, враг отмечен. Еще один снайпер, смотрите-ка. Электрощиток. Угу. Да, оказывается, тут их просто дофига. Пойди-ка и мэра найдем. Да, подозреваю, где мэр. Все, понял, где мэр. Сейчас посмотрим. Я думаю, если я его убью, будет не очень хорошо. Хотя... Не, не будем пока убивать. Так, это типа крутой там ходит такой. Угу, нормально, никто не спалит даже. Так. И никто не палит. Господи, куда? Куда мы на крышу какую-то, блин? Нет, нам двое. Пока не трогаем. Так, след. Следочек, электрощиточек. Щиточек, электрощиточек. Так. Да, знаю. Снайпер фаер. Куда сранится? Знает, блин, что стреляют снайпер-то, а? Так, там двое, не берем. Не берем. Расчетик. Опа, смотрите, что я нашел. Канализацию. Блин, плохо все, сейчас нас спалят. Да, к сожалению, видите, он... Блин, он идет, ну ладно. Ай, дерьмо. Спалили все-таки. Говно-то какое. Блять, где мы вообще вышли, а? Сейчас мы быстренько. Фу, я вообще четко успел, ребята. Короче, надо было там проходить, чтобы пройти здесь. Короче, тут очень много ходов. Мы выбираем, конечно, вообще. Так, несмотря на все, сменить. Могу я сменить, да? Я могу сменить, великолепно. Это как трофей заберем, механические детальки. Если что, у нас пулеметик есть. Порвем любого. Как он, блин, столько таскает оружие еще, да? Надо найти ключ. Ракель, где ты? Слушай, Норт. Зачем вы меня сюда притащили? Что вам надо от меня?
Брось, Михаил, не прикидывайся, дружок. Ты снюхался с отморозками из сообщества, и нам об этом известно. Еще вопросы есть? Жива, выкладывай все. Я ничего не знаю, мое дело контрабанде. Я снабжал их оружием и боеприпасами. Сочусь привозить этому уроду Василишку, девочек по различию, но на этом все. Из тебя никудышный актер, Класович. Лучше не злись меня. Кажется, я слышал что-то об американцах, инженерах, их недавно похитили. Инженерах? Да, гражданки восстановили плотину или вроде того, но это все, что мне известно, клянусь! Флостов, знаешь такого? Говори, где он. Никогда не слышал этого имени. Чтоб тебе больно, перестань! Флостов, доктор Сергей Флостов. Ракель. Да не знаю никого Флостова, не знаю, богом клянусь. Лжешь, сволочь. Шейн, остановись, живо. Ты знаешь, что он врет. Клянусь, я говорю правду. Поверь, не могу. Разбирайся с этим куском дерьма сам. Закончи, приходи, я буду в соседней комнате. Делай, что хочешь, только не подпускай ее ко мне. Выкладывай все, что знаешь о сообществе 23, или я позову ее обратно. Не-не-не, только не это хорошо, я что скажу, только умоляю, достань эту штуковину. Достань этот кусок дерьма. Что ты себе позволяешь? Иначе его бы не разговорить. Нужны были доводы. Про доводы расскажи кому-нибудь другому. Ты прекрасно наш... Но ведь сработало. Пытать пленных запрещено, тебе об этом хорошо известно. Но ведь сработало. Недалеко отсюда сепаратисты нашли группу американских инженеров и взяли их в плен. Это наш шанс. Найдем их, найдем и сообщество. Так просто? Да, так просто. Вот видишь, все обернулось как нельзя лучше. Вот сучка какая. Блин. На Колин этот напоминает рюкзачок, как будто мы в малёпку собираемся опять. Так, электрощиток, знаете, тут бы еще вход в канал, и там кто-то посрал, знаете, дедукция, как у Шерлока Холмса начинается. Но нет, тут такого нет, и слава богу. То мы бы тут всякой хренью пострадали. Так. Серьезно, и мэр тут был? Только не говорите, что он тут спал. С медвежонком в обнимку. Потому что я больше не вижу, где он был, спал. Да, это единственная спальня. Все так странно. Так, ладно, чё, блин, нам на самом деле тут даже бояться некого, посмотрите. Покинуть территорию. Я бы сейчас, конечно, на этот Мерседес бы взял. Да, клёвая миринка. Мне вообще нравятся вот эти вот квадратные фары. Ну, тут, понятное дело, закос под другую машину, но вообще... Собачка, гав-гав. Чё собачек-то не убрали? Отсюда интересно. Так, меткость снайпера 100%, убийств 5, максимум дистанции 60 метров. Ну, это, конечно, так себе. Керамбит, ого. Вы уже неплохо знаете сепаратистов. Я их знаю отлично. Похищение гражданских инженеров похоже на задачу первостепенной. Так, давайте пока туда. Нет, если сепаратисты тут и замешаны, то разве как служба доставки, заказное похищение, так сказать, возможно для сообщества 23? Да, сепаратисты предпочитают ломать, а не строить. И что же строит сообщество 23, помимо суперсолдат? Да хрен его знает. С похищением инженеров стоит сообщество 23. Так, сейчас, погодите секунду, блин, вот... Ну когда, сука, откроется? Я просто, знаете, каждый раз смотрю и вот надеюсь на это, но... Видимо, никогда... Никогда это не произойдет. Так, а чё там еще? Там вот что-то было кроме Раптора. Керамбит, значит, да? Блин.
Давайте керамбитик купим. Хочу керамбитик, ладно. Позволим, так сказать, себе чуть-чуть. С50 рук SS97. Новая тоже снайперка. Блин, ни хрена я не покупаю. Их денег нет, но S50 это, конечно, блин, баланс. Самая крутая драгун СВД, конечно. Темп стрельбы, посмотрите какой. Только вот единственная проблема-то. Черт, опять же, прицелы непонятно где брать. Но когда-нибудь, я думаю, разберемся. А может и не разберемся, так и пройдем, блин. Без Роберта тут, как всегда, не обошлось. Конец связи. Да, еще, кстати, клевый пулеметик мы с вами взяли. Если вдруг какая-нибудь байда будет, сразу с вами разберемся. Ну что ж, надеюсь, вам понравилась эта серия. Этим все, бай-бай, дорогие друзья.